Жители Анталии оплатили лечение 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны из России. Валентина Петровна Летифова проживает вместе со своей семьей на территории Турции уже 10 лет. На фронт она ушла в 22 года добровольцем, там служила медсестрой. Ружье не брала в рот, в руку. Я брала пинцет у меня был. Шприц у меня был. Уколы делала. Я же врач. Я не могу выходить из палатки. Меня не выпустили из палатки, у тебя раненые. Вот. У меня все время я около раненых. Вот поступает раненый. Вот он уже на столе, а другой на полу еще на носилках. Вот на носилках надо уже определить, что там у него, где ранение, в живот, куда ранение, руку, живот. В последнее время здоровье ветерана ухудшилось. Она пережила 5 остановок сердца. На лечение Валентины Петровны собирали деньги все русское сообщество Анталии вместе. Oh,